Встречайте, два капитана 1955. Музыкальный конкурс двух капитанов объявляет их тренер Сергей Анатольевич Сивоха. Театр песни и пляски «Два капитана 1955» представляет песню и пляску о нашем времени. Про Киев. Над Киевом плывут облака, сквозь них пробивается свет. Все дороги в Киев ведут, дорогам 2000 лет. Про Кличко. Он не знает слова «да» и слова «нет». Он не помнит ни чинов, ни имен. Он способен смотреть в завтрашний день, не считая, что это сон. И умеет формулировать, как по солнце звезда имени. Про наш кинематограф. Фильмов много отличных у нас. Незламно поводы. А «Восемь первых свиданий» — это наш? Да! О спонсоре. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим. Кто о спонсоре скажет своем? Киевский политехнический университет в лице проректора по воспитательной работе очного отделения Филатова Ивана Петровича хотелось бы поблагодарить. Но не за что. Про Днепропетровск. Здесь за новое имя борьба. Через час Днепр уже Сечеслав. Через два Екатеринослав. Через три он другой вариант. Про Лигу смеха. Лига смеха. Третий этап. Это очень жестокий бой. Первый конкурс вылетает один. Через конкурс вылетает второй. У организаторов нет органа по имени сердце. И что хотелось бы сказать в конце. Если бы не Лига смеха, мы бы не увидели замечательный город Днепропетровск. А если бы не бессонные ночи подготовки к Лиге смеха, мы бы увидели замечательный город Днепропетровск. Спасибо. Он не помнит слова «да» и слова «нет». Два капитана 1955, город Киев. Молодцы, ребята, вас поздравляю. Thank you.